Бежим, блядь. В смысле? У нас дроида нет, блядь. Нахуй нам дроид? У нас есть лок. У нас есть лок. И что дальше делать? Лока бомб ебанем. Че, пошли, да? Ну давайте. Кидаем диван, себя сейчас. Два дивана есть. Два дивана. Слушай, ну я не знаю, не уверен, успею среагировать на диван кинуть кому-то. Главное, чтобы мне пизды сейчас не дали по дороге, да. То есть мне пизды дадут. Старайтесь того большого не сагрить, потому что он как бы нахуй не нужен. Нахуй вам не нужен, нам да. Нужны ваш рэп. Интернеты ваши тоже не нужны, нахуй. Вы бежите там, что-то я впереди всех бегу, бегите вещи. Да в этом-то и смысл танка. Ты должен бежать впереди всех. Ревности, во, да, вперед. Ревности будет, ревности пока не было еще. Главное, что Триш побежал. О, вот это заебись. Триш там уже сам первый бежит. Так, кто здесь у нас? Я уже прибежал, блядь, Триш первый бежит, нахуй. Куда ты там прибежал-то, блядь? В смысле, блядь, чё, Васян, блядь? Васян, блядь. Стою вас жду, блядь. Всё, вот так вот. Диван, давай кому-нибудь войд, блядь, давай, диван. Всё, я по еде дал диван. Диван, еде, давайте, чтобы она одежду чинила. Еда. Первое в мире убийство лича. Где там они в комнате перед, ну типа, берса, выходит берса у босса, там 12% добивает, 2% надо. И там челики горят, ну там они на финском или на каком, говорит, нужно это таунтить духов, типа, кто будет таунтить? Хунтер таун, типа, это, и там этот хант, типа, с ником Уша, или Ус, или Уша, он такой, Уша таун, то такой 10 раз повторяю. Ебать, угарный тип. Снип? Да похуй. Туша таун. Тыкаю шкаф. Тыкаю. А он где-то с гудликом там стоит. Тыкаю на гудлик. В смысле, у меня лицензию на поставки, блядь, ставки перебивают. Охуели там, что ли, совсем, блядь. Петухи, блядь. Ну-ка еще раз, лицензия на поставки перебивает ставки? Да. В черном рынке продаются поставки, блядь. Я ставку сделал. Сколько стоит? Мне перебили. Я 16 поставил. 1000. Там... И что ты поставки получишь 100 алды, блять, за 16 тысяч? Там еще Хонор. А, ебать, бизнесмен нахуй. Там они до 30 повышают. Не надо паники. Это мой последний день. Горожанники. Да. Там статики, блять. Горожанники, нормально звучит, кстати. А давайте свой статик сформируем, вот этот. Вы чисто горожан ходить на 7 часов, блядь. В обычку. Так, какого там. Тихо, отведи их маленько подальше, блядь, сейчас вот тут режь сагрим нахуй. Ау. Алло, блядь, заебал. Алло, здорово, заебал. И да, с нами, да? Дашь там по кому-нибудь, да? Я дам по кому-нибудь, но какого-то вы бейте больше, нахуй, чем остальную всю. Блять, еще вровень убейте их, чтобы вообще весело было. А другого меньше бейте. Алло, нахуй. Заебал, нахуй большого бьёшь. Да хуй знает, похуй просто, пиздец, блядь. МСники есть, нахуй. Просто маленьких не надо убивать сейчас одновременно, блядь, а по двум сам не дам. Вот поэтому дал, а по второму сами дайте. А у нас не... Так, нет. Значит, сдохнем. У меня дефриз. Блядь, заебись, это я просто пернул. В смысле, я дефриз дал Валерий? Валерий, да я дал, я лик смерти дал. Валерий не лад, заебать. Сука, уши там. Ушатаун. Помпей, у тебя там какая девушка на заднем фоне разговаривала. Когда первый раз смотрел, вообще я понял. Это еда была. Это еда была? Пьяный нахуй. Да. Чё путаете нахуй, еда базарит. Да блядь, чё? Стесняется, блядь. Еда стесняется? Так ты щелкни леща, блядь, и всё. Не будет больше стесняться. Я её жопу ел, нахуй. С подливой, блядь. Да пусть. Ладно, что тебе вкусно было, блядь. Так и было. Так и запишем. О, ЧП с нами, ЧП здорово. ЧП. А ты что с нами в кару не пошел? Он звонит там, клиентам. У ЧП, блядь, делался на смене, блядь, банка. Вы, блядь, вы слышали сегодня ЧП Гудлика отчитывал, говорит. Хули ты Гудлик такой, блядь? Сам рейд не можешь собрать, нихуя. Пацанов, блядь, просишь нахуй. И при этом чего ебушься, блядь.
И при этом еще, да, еще мало ДПС дает. Не доигрывает, блядь. Доигрывает. Так, ну сейчас будет опасно, я типа ничего не гарантирую, блядь. Будет очень жизнь опасно. Вообще опасна. Так, ну, привык, я на тебя каплю дал, короче. Я тебе каплю дал, там можешь жить нормально. Будет справляться. Кого бы спекнуться, чтобы не умереть? Где сейчас? Танка спекнись. На копыте, блядь. На копыте кого спекнуться? Начинай танком играть. Ну сейчас агро уе, блядь, и в любом спеке сбивается агро. Слышишь, начинай танком. Бежит на меня. Зоркин, тебе делай танка. На копыте тебя не убьет никто. А, ну хорошо, блядь. Засекаем, блядь. Там гудлик. Гудлик накрутит, нахуй. Всеми порчено. Дай, дайте бдилку ему. Сальву готовь. Гудлик, и БР готовься. Гудлик, блядь. На тебе сразу СС, нету СС. А я не знаю, он походу в ЧС всех кинул, гудлик. Посмотрящий. Ну, он говорит, не может на картошку чистить. Бульбу, его любимый. Да, он заебал картошку чистить уже. Я как не приведу, куда картошку чистить. Взял нож, блядь, чисть картошку, нахуй. Взял нож и ебешь. Взял нож, чисть картошку, нахуй. Взял ложку, ешь картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Там что-то дальше было. Да, Войт, ты какой-то, у тебя плохо получается, ты душный. Душный. Да. Да я говорю, после суток не спал. О, перчатки ниже. Полетели, полетели, разве вы? Так, где там, блядь? О, блядь, пидорас, иди сюда. Киллрека будем убивать? Конечно, разъем, блядь. Здрасте. Так. Да этот пидор пошел. Сильный бонус. Нихуя. Гудлик по боссу наебывает. Так, сейчас ману надо. Иси к обеду ложку. Ежели бульба картошку. Гудлёшка, гудлёшка. Пойдём копать гудлёшку. Гудлик, ты попал? Картошку отдамишь. Ферма, блядь, своя, Алик. Прокси, а ты специально ты так дубасишь по клавиатуре, что мы все слушали? Ну, ну это, блядь, вы слышите, что я пути будет. Разбейте, разбейте по-братски, блядь, да, отпусти да. Нахуй меня, ебучий спайс, блядь. Пути меня, пути! Ну можно, в принципе, через цепи сыграть. Так что там, 100 тысяч хп вроде как. Не знаю, я кливую. Я тоже кливую. Один я не кливую? Я не могу побить цепи, там дрищ. Я носом кливую. Дрищ в босса хорошо играю. Я тоже гудлики всякие обогнали, блядь. Я могу сбросить. Нихуя, гудлик первый. Смотрите, вот вы берете гудлик хуёвый, нахуй, а гудлик вас всех обосрал, блядь, при ПС. Так он этот, накручивает. Рафель. Накручивает, да? Да. Понятно. Гудлик ГП, нахуй. Накручивает. Гудлик же тэквондо занимается. Да? Да, еда, по-моему, в этом. Разбейте эти, блядь. Нихуя, тоже пусть сидит, блядь. Еда, еду, да, еда. Да, забабли, да, забабли, еда. Не, сейчас я тебе все возложение дам. Вот, как минимум. Все, и разъебите цепи. Блоком, все, да. Блоком снимать, даже бабу снимать. Я сегодня тоже соло шаманом хилил эту хуйню. И чуть не сдох, и нахуй. Блядь, 94% у меня уже огромное. Код спокойствия дал, блядь. Только за счет этого спокойствия я не сдохли, блядь. Хуй, киньте мне сальву, тут еще. На. О, висит, правда, какая-то сальва. Длань спасения, в общем, выпустим. Ну, заебись. Ну, там за 10 секунд 20% агра скитает. Угу, заебись, заебись. По 2% в секунду. Дрищ, я помню, я все время в этом углу был. Дрищ, в углу? Нет. Я его туда ставил. Евгений. На гору. Говорил, стой в углу, блядь, ты провинился. Ты наказан, блядь. Попкой повернись ко мне, наказывай. Где, кстати, киллрек? Кондёр, кондёр, кондёр. Анролл, анролл, анролл. Анролл, анролл. О, пояс какой пизда. Ой, пояс рулил. Мне вот с этого пидора надо было плащ стырикать.
Новый Гудик, Гудик кандил же, он хуй его отдаст. 15 тысяч, 15 тысяч. Гудик, ты чё, хуел, блядь? Бля, забрали кондёр что-то. Ну всё, он не отдаст его никому. Да пошёл ты нахуй, пёс, блядь. Да пошёл ты, блядь. Гудик забрал. Ты Гудик, конечно, чёрт. Блядь. Шмотки сролил, блядь. Сейчас самый простой босс погибел. Ну, ты с ним ехать не будешь, валет, блядь. Да, если на файра возьму. Ой, Валика. Да, Гудлик, никто не ожидал от тебя, да, такой хуйни, блядь. Ну что, если десятку хочешь стать, блядь. Ой, пошел ты нахуй. Таких стать их не берут, нахуй. Крысёныш, блядь. Жестко. Да я сижу у грани, я ещё попал этот кондёр, блядь. Степан, заебал, ты чё, блядь, серьёзно принимаешь. Пиздец, блядь. Гудлик, все нормально, там пацаны шутят. Пиздец ты, Саня, блядь. Че думаешь, блядь? Гудлик, короче, организуй статик. Саня, хуй соси. Это кого-то пиздят из вас, да? Нет. Я просто таунт, на кого бог пошлет, тыкаю и все. Да, у тебя что, нет аддона, что ли, который показывает на кого? Ну, у меня вуду показывает, там красной рамочкой выделяется, и это... Я тыкаю, типа... Так. Гудлик, я не играл на то любимый напиток. А макрос, чтобы боб кидать, есть? Есть. Ну, в смысле, я F1 нажимаю, все. Заходите, блядь, в комнату. Где там? Все пошли. Все зашли? Все, заебись. Да. Кто не прыгнет на винце, тот слабо. Заебал, что стану тебя? Здорово, заебал. Здорово, заебал. Так, прожму. На мне МК закончилось, зорки. Все. Может, и не было на мне МК просто. А ты тогда на морозе Гудлику его отдал? Не, Гудлику никогда МК не даю. Да какого хуя у тебя агро так дохуя? Какого у меня? Да. А, или у Рокси? Рокси. Я, короче, ему сальву сдал. Блять, ебани ему, еда тоже сальву. Ну-ка, я иди сдохну, наверное, да? Давай попестим. Нет, нет. Агро понабираем. О, блядь, не откинул. Хуя себе. Это было жестко. Мне этот босс бесит. Что за хуйня? У вас агро... бесит. У вас агро так дохуя, блядь. Ну просто пидорас этот босс. Сальва КД еще. Вы, кстати, косты собираетесь сбивать? Три ебучих ДК. Сейчас я открою нахуй. Открой, открой, блядь, посмотри нахуй. Прерывание. Лотабула 5 сбил, Помпея, Лос 2. Давайте, сбивайте, блядь. Потому что будет 20% ману у этого пидора, у нас в овец превратит всех. И это еще, если с мобами совпадет, мы просто упадем. О. А он что, в овец умеет превращать? Ну, на 20% маны он так и делает. В овец превращает и жрать садится. Тут бы еще диспелить можно, блядь. Так, пищи. В принципе, два лока там, мобы нам не страшны должны быть. Кто этот ночной эльф на меня кидает баф? Я так и знал, что никто. А, и меня пиздит. Воет. Да это хуйня все. Я могу, в принципе, сбросить, если хочешь. Да нормально, он ты мне, там. Он мне газ сбил. Он на мне посмотрел. И меня сбил. Тоже близко. О, стоял. Мобы, дайте, мобы. Дайте бомжей. Все так, сразу нахуй. Массакру дал. Ну я, да, мы их забанить можем всех. Главное смотрите, перебанивайте, потому что они в еду будут кастовать, нахуй. Да вон, позвали бомжей уже. Что этого-то сегодня нет? Не будет, блядь. Когда стоять-то надо. Венец. Будет. Ну, надеюсь. Так что-то у меня хуй. Венец кастует. Подбаньте этих алимов, они что поедут, порыт нормально. Им. Прикинь, блядь, на пробел палец сорвется, пиздец. Ну, в смысле? Ну, на пробел. Так я вот трогаю, что ничего не происходит. Да.
Ну потому, потому что на тебе нету винца, наверное, уже на ком видно. На ком капитане может двигать? На нем метка стоит. Прыгать можно, а вы че, блядь? Нельзя ничего делать. Ну хуй знает. Нет. Ладно, похуй. Всю жизнь можно прыгать. Никогда нельзя было. Блять. Еду отпиздили, видели? Бля, еду отпиздили. Ну, там пару лещ. Давай там скажи, гудли ГП нахуй. Бейте еду грех. Лутник не дамажит, нахуй. Бля, у меня две школы, нахуй, магии сбил. Сапоги пройдохи. Тут ты маленькие сапоги ебаные, иди с блоком, нахуй, что-нибудь. Ну, одна шмотка сегодня выпустит. Ирис, эти там тело, блядь. Встает, блядь, нас резать не хочет с гудликом, блядь, пусть сама тоже встает, нахуй. Фу, блядь. Это неплохие сапоги. Давай, я резну. Еда тебе. Христу похуй, он съебался. Ты сиськи скинешь? По-любому. Хотя бы в лифаке, блядь. По-любому всяко. Качает музяка. Качает музяка. Чё-чё? Опа, нихуя, это войт. Так надо это руками так сдавить, чтобы плотнее были. Так что, вам помогать надо или не надо уже? Всё, ой, убрали, даже не знаю, сейчас, сейчас еда сниму. Невер. Чё, Невер, принесли? Привет. Да. Чё я принесли? Я перчатку полутал. Залутал, да, сначала? Угу. Ну, у меня вот типа шаман сейчас ещё один кусочек завтра, если выбью, в целом готов идти в ВВК. 25-ку прям. Конкурентоспособным прям быть там. А у нас хантов нету. Да, есть. Уже один хант всего. Донт есть на ханте. Еще Донт, не знаю. Вы про второй рейд говорите? Да. Да. А завтра, завтра не ВВК будет? Мне тогда да. Приста одеть по-быстрому. Да, давай сейчас уже собираем. Оденем, ибо чем соберем, да. Так, ладно, пошел вот это. Да, о, так, ЧП! ЧП тоже. Да, может реально мультика собрать? ЧП, братан, ты живой там как-то там? Ну, все равно плечи нужны один. Подождите, дайте, дайте, послушаю. К ним так просто не обращайся, нельзя к ним так просто обращаться. Мне можно в английский. Сначала надо посидеть в этом чатике. Да я уже сидел, я уже сидел. АУЕ? АУЕ, АУЕ, Оливье. АУЕЛ, ХВС, мир дома. АУЕЛ, этот. ЧП, брат, ты живой там? Нормально уже, откис? Кефирчику наебнул и откисали. Начинаем. Слушай, Невер, а еда это девочка, как по-твоему, или мать? Я вообще без понятия. Я вообще не знаю новых людей. Ну так ты посмотри там на аватарку. Оцени там, не знаю, манеру общения. Там аниме стоит какое-то. Ну, значит, девочка. Девочка это или мальчик? По-любому, аниме это значит девочка. Либо пидор. Анимешный нахуй. Ладно, поймали нахуй. Вообще. Раскрыли. Зорки, а ты на мою подругу подписался в инсте? 5 Шерлоков из 10. Да ты же это с телефона заходи мне на компе сыграл мне. Давай, подписывайся. Я слышу, пошел. А что ей этот менеджер? Нет, просто ей нужны подписчики. Чем больше, тем лучше. Не таунтиться, он там. Это такой прок, или что ты пообещал, 100 подписчиков приведешь на Титю покажет, блядь? Да там и так есть Тити, хочешь да, заходить? Да, и так полуголая, блядь. Понятно, всё, блядь. Бриш, блядь, что там будешь? 50 подписчиков левая Тити, а ещё 50 правая. Бриш открыл вебкам стыды. Вебкам. У меня знакомый вебкам студию держит. Вебкам шот студию? А вот я не пойму, а бабы такие тупорылые, что не могут сами типа сделать, блядь, камеру поставить, типа сделай мне показать, или надо другой человек, чтобы камеру поставил. Ну то что не как-то. Может быть такое, конечно. Ну если, а визажисты как же там, еще кто-нибудь. Визажист, блядь. Ну показывает пизду, всем похуй, как у нее ебало выглядит. Не, ну там уже не. Это не про. Это же все не просто так предел пизду показал. Это должно быть там, например, там во время там, не знаю, святухи, блядь. Да, они там пирожки с ними делают. Юбку задрать, блядь. Ну да, 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 на кухне, то есть какой-нибудь фартук и фартук там задрала. То есть это все как а бы декорации какие-то. Знания имеешь, ты че, блядь, сценарист нахуй в вебкам? Ну, блядь, я просто интересуюсь этим. Конечно, ты же
интересуешься? Бонго Камс или как-то там? Бонго Камс, да, я заходил просто, там ничего интересного. Ебать, блядь. Кидывает Сирусом какая-то хуйня, вкладка вторая всегда открывается, то ставки на спорт, то, блядь, Бонго Камс. Ставки на спорт. Все, я встану на синюю. Скачай АДП блок. Табула, встань на зеленую. Нет, если хотите этот браузер, как сейчас скажу, на мобильном себе скачал, там вообще никакой рекламы не бывает никогда. Все, я, в какой-то видюхе посмотрел. Нет. Вот, прицелись. Я на синий это, Абулу, встань на зеленую. Сейчас пускай он уже вернется, там отпивается. Brave. Там, короче, вообще нигде нету рекламы. Это типа на блокчейне браузер. Нифига даже не слушал. Там ебаните баф от тьмы в снип, либо ауру переставьте там. Снип, да, просто баф, а? От тьмы надо. Уже да вообще, тьмы, блядь. Вообще в целом, да, просто баф? А мы убьем его хоть, блядь? Нет. Рукска, ответ. Вижу. Ебать, я его отвожу специально. Кто зеленый спиздил, о. Да, сука, ну. Дрищ. Снип, дай, пожалуйста, приставав. Че, ну я не виноват, что он меня под красным переагривается. Да лучей еще нет, ну че вы дрочитесь там, блядь, зачем? Что с лучом, блядь, происходит, нахуй? Че, блядь, он просто... Зеленый слетает, если ты типа так проебался. Так у тебя КД, возьми, встаньте кто-нибудь в бомбе, встань на зеленый. Дайте вы... Гер собрались, блядь. Герда в обычке тактика не знаете, блядь. Ну, там тело лучше. Так Герд вообще же простой. Ну, Герд, да, в линеечку ставь, блядь. Здесь простой. Бежать. Куда бежим-то, блядь? К окнам. Куда мы бежим, мы с пяточком? А, все, вайп. Да нет. Прожимайтесь, хуй. Все, блядь. Пиздец, вы шоу, блядь, ёбнутые. Алло. Что, блядь, на похуях играть, ну нахуй так играть. Давай вайпаемся. А как мы сейчас партнёмся, когда там моб стоит? Генерана. Вот, киньте мага. А, нет, мы убили мага. Сейчас там порт будет. А Дживс будет у кого-нибудь? Да, у меня Нинка-то. Давай три лучше сразу лови. Да пиздец вообще. Да дай себе диван, блядь. А кто мне успел добежать-то, блядь? А что, себе можно диван, блядь? Придай. Ну кто, дрищи слабо лоб не успели добежать. Как ты, я не успел. Я тебя убило, блядь. Так у Лока вообще портал должен стоять, блядь. В смысле меня, ну, убил, естественно. Ну хай Локи вообще бегают, если портал должен стоять. Ты ж не знаешь, какую сторону ты бежишь. Какая разница, ты его на одну сторону поставил и бегай, блядь. Бегай все время в сторону этого телескопа и все. Можешь в центре поставить его, блядь, от центра бегать все время, какая разница. Нет, ты какую-то хуйню уже говоришь. В смысле? Ну ты бьешь, вот бьешь босса у стенки, вот блядь. Вот так вот, ты понимаешь, посмотри, насколько я ниже тебя и бегу быстрее. Ты вообще пиздюк. Съешь ее, блядь, босс. Сука, ну, ты что за транс, я хуй его знаю. Пиздец, просто, блядь. Ты что, вообще страшный в гильдии, блядь. Я даже не знаю, как его назвать, блядь. Где ты извращенец? Католический этот жрец, блядь. Плащ педофилу какой-то, хуй, блядь, посмотри, блядь. С дыркой-то гудлик, блядь. Правда, жопа. А Гудлик носит джинсы, которые, знаете, с замочком на жопе. Да. Пенсионный монах. Нормально звучит. Так они же как-то называются. Я не знаю, как они называются. Замочки называются. Еда прибыла узнает. Заходите, мой дом они называют. Ну типа бодики там как так. Ой, бодики, да. Еда, как называются штаны? Дэд-бодики. Между ног это Дэд-бодики. Где между ног вагина, блядь. Ой, блядь. Ебануться, чё мы тут, блядь. Послушайте. Так. Блядь, ну что вы там ещё коржане делать? Хуйню стыдать. А, надо резать пацанов, они там валяются.
пойду ясно сейчас. А че ты гудли, блядь, не бежал? Че ты самый умный, что ли? А, у меня нету, у меня КД на масс-рез. Да гудли кондёр, полутовый, хуя. А, у меня есть нож. Все бегут и нахуй надо. Все бегут, 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 и я бегу. Кондёр рассматривал. Там, пока я босса отвожу к стене, блядь, это чтобы нам бежать было проще. Ну чё, Гудлик, прошёл? Не бейте его, блядь, пока лучей там не появилось, ладно, блядь, там пула нету, блядь. Как луч появится красный, тогда можете хоть... Где Дживс? Хоть миллион ДПСа выйдет. Ставлю Дживса. Вот, держи, смотри. Выпал мне из жопы. Ого. Вонючка. Чё, всё, ребафнулись? Гудка, ты охуели ты без кондёра, блядь? Сейчас еда, чё там? Ну всё, полетели. Подожди, ты ещё пса не вызвал. Пса Гудлик пса. Здесь. Всё, всё, я готов. Всё, давай. Погнали, блядь. Всё, готово? Да, Хабула, ты это... зелёный проебал, типа, на тебя дебаф вешается. Нельзя, да. Но пока не спадет, нельзя за нос так всякий получить. Блядь, ну как луч будет через тебя проходить. Че, Войдан, пошли. Войд! Ай, блядь, ай. Все, нормально я поставил портал? Во, как мужчина. Не ебашьте сразу, то есть вам же говорят. Че, луч появился, да, все, может хоть что делать. Хоть на ушах нахуй стоит. Смотрите, тут, короче, такая черная лужа, если под ногами появляется, то из нее надо выбежать. Нихуя, она в ней стоит баф пиздатый. А какой баф он дает? Еда вызвала, молодец. Кто там? Рокси, да, стрел? Да, у третьего аура. Где-то на 36 она кидается, да? Сейчас побежим. Побежали? Беги. Опять будет плевать. В нас, да, опять. Войд не успевает. Нет, не нормально. Не, вроде нормально. Слава богу, Войд, ну ты побыстрее беги в следующий раз. Ауру какой-нибудь седай, блядь. Долго слишком бегаешь, как блядь. Аспект включи, блядь. Аспект включи, блядь, как хотя бы, блядь. А мне, кстати, на скорость... Я не помню, зачали на этапке или нет. А на что у тебя, на метке зачали? Хуй знает. Так, где там красный мой, блядь? В центре. Гудлик не дамажен, заебал. А чё вы Рокси поставили, блядь, на луч? Зевнул. Что ты, блядь, у меня хп больше. Нормально. Ой, блядь, я зевнул. Не баба порвешь называть. Еда, да, молодец. Зорки, а мы в башенке паримся? Да, если ты. Потом в спицах. Так, я тебе даю каплю. Пошлите потом в этот. Иди нафиг, мы и так с тобой в Каражан уже сходили. Да не в Каражан, блядь. В этот. 45, 46, 47. В очко подолбимся. Побежали. Ну в очко подолбимся в любом случае. В этот, блядь, в Half-Life, ёбанцы. Ты серию сделал? Half-Life. Войд, быстрее беги, блядь. Я уже... Лос. Уже прибежал, блядь. А, это лос. Лос, быстрее беги. Волос, быстрее. Лось, быстрее беги. Сука. Лос бежит по волосу назад. Спать охота, я иду. Spotify? Спать охота. Ну, хоть Spotify. Это ты зевнул, да? Да. Бля, так и знал. Чё там? Чё за хуйня? Чей вурдалак нахуй? Вы чё, блядь? Танкует нахуй. Ебанулись, что ли? Лучше. Позорки, иди нахуй. Ну-ка, зорки, иди нахуй. Жестко. Зорки, где ДП? Подошел спизил лучше меня, блядь. В крысу. Стоит довольный, блядь. Лол, блядь. Ты в луже стоишь. Ой. Ой. Щ.
чуть-чуть этот самый. Блять, еще маны нет, нахуй так жить. А че гудлик не дамажит, блядь? Никогда не дамажит, блядь. Таня, ты че, блядь? Так, че там процентаж? 30. Картофельная полиция на 36. 36, 35, 34. Стак. Стаков уже, сейчас побежим. Чудо он рано, по-моему, кинул. Да. Что-то слишком рано кинул, ну, понятно. Так я просто не сначала ловил. Отдал, прожмитесь, прожмитесь. Отдал массакру. О, нормально. О, блядь. А куда побежал лос? Ты чё, блядь? Чё, блядь? На автомате. Бля, лос, ёпта. Захиливайтесь на хуй. Чё, блядь? Сейчас ещё ауешка пойдёт, лос разбросится. Где красный в центре? Зорки, может, ты есть тебе? Уже нет, блядь. Так сказал бы, что ты заберешь там все. Следующее. А так не было видно, что он забирал? Было видно. Я думал, случайно. Конечно. Случайно забежал, блядь, с нелуки. Да, я ж не гудлик, блядь. Сука. Гудлик дамаж заебал, блядь. Так, на тебе каплю. Кто-то в луже там дрищ, ёбаный рот. Да похуй, он стоит, блядь. Слакер. Сука. Позвали нас. Приготовьтесь. 47, 48 побежали. Вот сейчас дашь мне рот сегодня, сейчас это я не буду. Да. Кругом, если не сказать, бежать нахуй, там вайп сразу. Да нет, тут в аркане точно лучше дамажить. Подлик не в дестрике, что ли, блядь? Он так долго стоит, блядь. Элементаль воды, блядь. Какой нахуй элементаль воды? Иди сюда, пидор. Алло, блядь. А здесь зеленый портал, блядь. Красный еще с той стороны. Ой, блядь, я красный спизнул, похуй, по красному. Не-не. Все, там, да. Зоркий стоит, да? Ну, на тебе, капля КД, нахуй, ну, массакру, да. Че, массакра попала в лужу, да? О, убили? Вы даже без меня справились? Нихуя себе. Может, он трансформ забил. Я думаю, что у меня урон-то, я хуярил в одной руке щит. Треники, блядь, какие-то, меч. Трансформ, блядь. Ну, фиолетовый, я хочу все фиолетовые сеть. Я уже себе маску убил. Речи, грудок, штаны, ботинки есть. Каску, о, штаны эти. Спасибо, еда. Каску убил? У кого-то... Блядь, как с ним забрал. Слышите, у кого-то... Пэты убежали, мобов, по-моему, агрессив. Да, ебучих своих пэтов уберите, сейчас, блядь, пол из этажа придет, блядь. Да, не мои были. Да. Но они один хуй сагрит. Ну гудлик убежал, что не видели? Гудлик. А, это пэт, гудлик. Он стоит. ЧПЛ. Ебать, я чуть не разбился, нахуй. Прыгнул. Похуй. Ну, вам понятно на меня вообще насрать. Похуй. Дышь, я сегодня опять это видео в ТикТоке видел, где два челика типа Тахаль, где стоят. Я ебать тебя угораю, блядь. Привели мобов, нахуй. Нахуя вы их привели, блядь? Пиздец. Блядь, почему я сдох? Ну вот пидора привели, блядь. Это Гудлик. Гудлик, главное, съебался, смотри. What can I say except you're welcome. Похуй. Вообще похую. Вот для КФК стоит, он даже мобу не берет. А потом спрашивает, а почему его статики не берут, блядь? Он говорит, наварчика зайдет. Столько ДПСов вон. А настолько себя пиздато чувствует, что, блядь. Слышишь, Гудлик, а тебе токен нужен? Снип идет за головой, если что. А, ну да, ну давай.
А мне тоже нужна голова. Мне нужна голова. На приста. На глиста? На глиста. У тебя голова глиста? У меня голова глиста. Я захожу? Что? Членом подавился. Я членом подавился. Каким хуем. Ты, блядь. Пиздец ты выглядишь, Войд, конечно, блядь. Чё? А я пиздатый? Я пиздатый выгляжу? Ты одет как чёрт. Я. Мне вообще похуй, как я выгляжу. У меня нежить, я одет, нахуй. Ещё всё похуй. Давай, прицели. А я пиздатый? Я пиздатый? Нет. Ты вообще какой-то бич, блядь. Смотри, как Абула выглядит. Чё стоим, пошли? Вот это, блядь, мужчина. Мы ждали, когда Ина придёт. Да, она так что пришла. Так бы она пришла. Да, вот это, конечно, нехорошо, но... А прикиньте, это все-таки мальчик, а вы его все время ею называете. Большой клик. Блять, что? Меня пиздит. Меня пиздит. Блять. Эти, блять, паладины, это пиздец, блять. Ладно, что я думаю, что это вообще за голдеж-то был? Вообще ничего не понятно. Еще раз. Чё? Про еду главное, чтобы не трансгендер был. Чё? А что такое? Даже короче, блядь. Ну мы, конечно, толерантно в гильдии, но не знаю, мне всё было. Нет, нахуй, не толерантно. А чем вам не нравятся трансгендеры? Что пидорасы? Не знаю, мне нравится. У них писки большие. А чем вам пидорасы не нравятся? Давай, да. Мне не нравится пидорасы. Мне кажется, блядь, возвращение к прошлой беседе. С кем мы тогда, блядь, сидели пидорасов полтора часа обсуждали? Давайте не будем, бля, я ебал. Надо, это не один раз, гей, гей. Гей. Я уже матрицу посмотрел там, блядь. Один раз сказали слово трансгендер, блядь. Я уже не хватило, блядь. Ну, матрица там что, толерантная хуйня? Да, ну, не знаю, что там за хуйня, но... Там не было самих трансгендеров, но просто... Ну, просто слово было произнесено. Может, там были трансформеры? Ты думаешь, я запутался, да? Хули транса. Там оптимус вся хуйня, блядь. Матрицы, блядь. Что так? Да ладно, ладно, сам забегу. Ой, блядь. Там, короче, вы не смотрел никто матрицу, блядь, четвертую? Не рассказывай, не надо. Если я соберу. Я посмотрю, поплачу один. Не смотри. Скорее всего, хуйня будет. Конечно, хуйня, не смотри, блядь, лучше. Чему? Я Звездные войны новые опять не смотрел. Нео умер, блядь, и последняя матрица, блядь, которая не... И Тринити умерла еще, блядь. Тринити умерла, пиздец, ебать, блядь. Вы название видели хоть фильма, блядь? Воскрешение, нахуй, это о чем говорит, блядь? То, что они возродятся? Что вот будет именно, Пасха в начале мая, и бьется не стукаться? А в Человеке-пауке будет три паука, блядь. Да ладно, а что-то там... И как все трое... Паук-фистинг там будет? Ну там все три паука он будет. А паук-фистинг будет, блядь? Там умрут все три паука, и умрет еще этот, Ник Фьюри. Ник Фьюри умрет? Так он и так мертв вроде же давно. Нет. А в мультике я смотрел про Человека-паука, Возвращение называется. Там нормально все. Он возвращается, да? Возвращение значит возвращается. Человеки-пауки могут сдохнуть. Мэри Джейн должен быть. Мэри Джейн Уотсон. А этот не сдохнет, как она такая женщина-кошка? Нихрена. Там ее не будет. Не будет? А такой там Нео? Нет. Такой это как? Нова его зовут. Такой это значит такой, да? Нова умрет. Умрет Нова? Новый. Да ты даже не знаешь, такой походу. Такой, блядь. Чё, давайте, блядь. Какой? Да, блядь, блядь. Я сейчас добегу, подождите. У меня немножко хорошо. Нова умрет, нахуй. Слышь, как, какой ты? Такой, блядь, какой? А там такой. Человек, у которого руки там что-то из, блядь, камня делал. Давай, полетели. Чё, разъёбай? Давай, разъёбай. Бах, эти дрища, пожалуйста. Я рекаунт, конечно, не скинул, блядь. Давай, сейчас скидывай. В чём багается? Не ебу, нахуй. Ну, типа, блядь. А Була переагрел. Була. Так, а чё, нас посчитают или нет? Кто нас посчитует? Зурки агро. Ну что? Нет. А у него КД там секунд 10 на щиток.
Блять, ты еще далеко, сакуру не могу вернуть. А, похуй. Сорвется, забью. Рокси, ты далеко, тебе говорят, блять. Не убегай, ты далеко. Индервей сделай, что-нибудь сделай, ёпты, блять. Этот босс не шотает никого, он, блять, такой слабый. Слабый босс. Ой, блять, а куда бегать будем? Куда бегать? Я не знаю, пусть кто-нибудь это... Удали имя, стойте, хули вам. Да хули, не хули, блять, хули нет, блять. Еда поставь. А, все стоит. Нормально пацаны тут в гареме стоят. В гареме состоят. Да. Ой, сука, как криво стоит. Фаза 2 уже. Ты похуй. Это похуй с Гера этот. Так, все, Гера, давай. Здесь у нас никто не сдохнет, блядь, то неохота. Где пронес тут, блядь? По-моему, в нас падает снова. Нормально. Нормально, да. Ага, блядь, пиздец, а куда убегать? Между двумя этими не пройти. А чё, а чё вы сдохли, ебать? Куда убегать, блядь, вот было? Я... Нет, они, а здесь не пройти. Ну-ка. Ну, Абдулла почему-то прошёл. Да, хуй пройдёшь, блядь. Переведи его тогда отсюда. Ну, а чё, мы без них будем бить, блядь? Это... По десятке не плюс. Короче, ладно. Ну уверенно, я бы сказал, 6 каунтдаун. Ебал мне этот бус. Да ну нахуй, ну куда, блять, он голема своих прилипает. Смотрит, куда ты бежишь, туда и кидает големов. Он же не тупой, блядь. Ну да, блядь, конечно. Мы его хоть добьем? Нет, не добьем. Скорее всего, нет. Хотя, почему нет? Что там по мане у еды? Надо было снипов ДЦ, блядь, спекать и все. Там хуя. Тут одного хи, ладно. Типа он хоть десятку дает, да? Ты чё там, 6? ОД? Я не обдалил просто, блядь. Ну чё это, блядь? Чё, у нас? Нет, ты умер, ещё один. Помпей пиздец, умер. Нахуй. Да ну нахуй, давайте в лужу, блядь, пизду. Стой, нахуй, да нахуй они будут три тела лежать, блядь, мы будем полчаса бить это нахуй, когда это за 5 минут убивается. Пиздец, блядь, ну чё, блядь. Метеор прилетел, надо было сразу сказать. Как братьям, блядь, помойку, да? Сам зря отвлекся. Ну ничего, бывает. Я тоже иногда зеваю. Там смотрите, да, кто еще не спит, типа, блядь. Я потому что стою, у меня обзор хуёвый, мне надо мышкой камеру поворачивать, чтобы видеть, блядь. Знаешь, кому? Пусть Рокси за это. Давай, короче, да. Сейчас шкаф поставлю, сейчас зайду за приста, посчитаю это, еда, спекайся в ретрика, будешь бить. А я пошел на приста посчитаю. Ты выдержишь, блядь? Да. Так а все равно ГГ Снив же у нас за головой зашел. Зачем ты хочешь у него голову забрать? Я не буду ничего забирать, я просто заодно представить все, чтобы быстрее убить, мне ничего не надо. Это быстрее убить называется, да? Так а нахуй до щиты вообще, понимаешь? Я не понимаю, какого хуя вы лежите. Чтоб портал мили... прям сюда, к двери, блядь. Ребята, блядь, алло. Абдулай с Абулой, блядь. А у них ники одинаковые, кстати, два, даже заметили. Абдулая, блядь. Так будет ли Кунат Абулы? Это правда, ма. Может завтра добьем? Да вы чё, угораете? Нахуй, да. Чё, может нахуй? Да. Лол, нахуй. Зорк, дай пасе. У меня уже завтра, если что. Чё-то Гудлик ливнул, смотрите, Гудлика нет. А, он Абдулай. Сука, Абдулай, блядь, ты где? Чё, а вот он. Вот он, лежит. А кто-то перезашел куда-то. Нет, я резаю. Я не могу сразу два дела делать. Надо делать. Еда не хочет резать никого. Так, ну, нехуй резать, потому что нехуй лежать.
Кулак просто. Гудлик. 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 Дай логин с паролем от аккаунта. Ой, гудлик, гудлик, гудлик. Парень молодой. Ну надо. Ой, гудлик, гудлик, гудлик. Ты потанцуй со мной. Ой, нет, гудлик, вот так, гудлик, да, гудлик. Блядь, значит, со мной братуешься. За батьку голос. Так хочется любви. Ой, гудлик, гудлик, гудлик. Ты вечерком зайди. Нет. У меня, блядь, есть данные от аккаунта Алины, блядь. Порошочка. Еще, по-моему, кого-то, блядь. А грудь Алины у тебя есть? Да. Скидывай. Все, все, полетели. За сотку. Только. За сотку чего? Голды? Да. Нет, 100 голды не дал. Нихуя зорки. Ты куда, алло, блядь? Зорки, блядь, заебал, ты же сбрасывать можешь. Зорки психанул маленечко. Ну вызывай все копии, блядь. Нет, ну я буцы в жопу, блядь. Да. Сейчас копию кончится, сорву. Да нет. Это на другом боссе был. Низко находишься. О, вот, появился. Рокси, ты следишь за големами или... А у меня вон не показывает канал серый. Я херю. Просто вы... Что ты делаешь? Ты следишь за големами? Просто вы вом не себе настроили, что там одну строчку у вас видно, блядь. А мне видно вон, блядь, строчек 10. Там ну, серым... 10, да. Серым цветом такие, вот. На втором месте после меня. А чё за хуйня? Будьте хилить, а? Тебя пробивает пиздец, пиздец как-то синим, блядь. Ты просто хилишь хуёво. Так я вот в прошлый раз хилил, там вообще не пробивало, я просто не хилил. Далеко летит. Рокси, смотри, блядь, за големами. Я не буду за ними смотреть, я хилил. Щиточек на булу, нахуй. Опа, блядь. Блядь, ну у меня маны нет. Ну мы так и знали, блядь. Еда, блядь, хиль, нахуй, еда. Что за хуйня? Вы чё, убираете, блядь? Это ревность не было, если что, я возражение поседал. Нахуй, блядь, не кидай лучше щиточки, хилить. Может там можно диспелить эту хуйню, я хуй, давай попробую сам себе. Раз у тебя такой хуёвый ДЦ. 216-й, ебать, он хотел щитки на 10 людях заражать. Не знаю, блядь, в прошлый раз нормально все проносилось. Почему-то не я здесь, блядь, 213-м эрдру, блядь, стоял, хилил в соло. Причинишь эрдру-то, хилить это одно, а другое дело абсорбить. Ты оверхиль, блядь, 10 людей. Блядь, мана, все, нету мана, нахуй. Дайте инер. Инер, дайте. Нету у нас никого, кто инер бы дал. Не в нашем. Кто-нибудь похильте войду, блядь, как кто-нибудь там ред. Все, в этом мирике бегайте, на ваших щитков не будет сейчас. Бля. Охуеть. Еда мертва, нахуй. Лол, ебать. Ну все, соляного хилишь пистом, блядь. Так, сейчас я переставлю эту самую джагу на желтую. Эмили падает. Эмили упал. Переходите вот туда он. Там собаку вызывает, хуй знает. Ебать его в рот. Перевопит надо босса, а не надо. Можно падать еще. Да можно, да, подхилить, да. Танка, блять. У меня мало нет, я же сказал. Да хули тут делать уже без еды, блядь. Без еды, блядь. Не, хуёвая идея. Это хуёвая. Вообще, блядь. В себя проверил, блядь. Когда я у тебя была... Я уже хилил нормально здесь на этом пусть. Не, ну может типа кто-то там... Не, может танк ДК был, типа он сам отхилился. А может у тебя просто пласточка была на монореген? Я тут тоже хилил с ласточкой на манреген. Да то ли я как-то криво стал, то ли что, я хуй знаю. Какой эффективный свинья. Да не, еда просто не хилил, нахуй, вот и все, блядь. Еда, ты тут? Она в ротрике. Да, да ну нахуй, реально что ли? Не респект мне. Я сказал в ретрике. Да, респект в ретрике. Ебать.
Давай, да, обратно. Что, блядь, хуёвая идея. Побегаем лучше. Ой, проебался. Я думаю, что эй, нет, кто стагрил-то, ёпта? Выйдите за ворот. Ой, бля. К воротам отойдите. Блять, ну это. Ну вот кто стагрил, блядь, срез эти теперь, я заебался бегать точно. Дрич. Масрез юзайте. Что-то мне не нравится кражан ходить. А в Герит вообще охуенный будет. Не, в Герит хоть мотивация будет, а в Герит, мотивация. Там, не то, что мотивация, там, блядь. Ну то, что, ну, на Войде нихуя не выпало, тебе можно было дальше найти. Там Стёба не будет просто, блядь. Думал, Чезарь так вообще будет охуенно. А что, что дисплей, блядь, нихуя не делал? Вот Абула хуйня лежит. Хуйня делай? Хуйня Абула лежит. А что там, там сложная, Дрич, первая фаза или какая-то сложная? Дрич, я не знаю. Тыкнешь капчу, смой меня. Там потом портает на остров, ты нихуя не делаешь, и дальше тоже нихуя не делаешь. А потом на платформу обратно добивают. Это когда у тебя есть усилки, есть фласки. А ты думаешь, он тут будет, блядь, сколько, 100 миллионов хп, блядь? А, да-да, тут он сразу шел, так там нахуй будет. Не, братишка, подними. А было, да, блядь, нет. Портал прямо сюда к двери, блядь. Встань, зайди в дверь, в эту ебаную. У меня, ты блядь, что? Это. На смотри, сейчас поставил шкаф. Шкаф поставь, стоит. Мана не бесконечная, блядь. Суммонита, пожалуйста. Кто, я еще и сумму не должен, я шкаф поставил. Блядь, может сумму не. Не знаю, я тыкнул там кто-то что-то. Давайте же разобьем этого пидора, блядь, и пойдем отдыхать, блядь. У меня 5 час утра, блядь. Давайте повайпаем еще. У меня тоже 5 час. И у меня 5 час. Все, все здесь. И у меня 5 час. Да у тебя-то откуда? Ты Смоленский, откуда у тебя 5 час? А у тебя откуда, ты в Москве, блядь? Ты чего? Вот и все, блядь. Это 5 час игры уже пошел, как я играю. А, и я играю, блядь. Лучше бы с Наиром сходил, блядь. Пизду, че вот он? Чё? Вы так и будете, что он в ретрике будет? Еда, спекайся обратно. Еда это она. Вы говорите он. Еда она, да. Женский род. Не, нам пока еда не доказала, что это она. Да блять. Ну, по ушам не режет, еда и он. Вот Дрищ это он. Давайте кто-то вот в этого нахуй, в танка, блять, я похилю тогда, если вы так хотите. Не, а что тут падает на танк? У меня есть другой танк. Так, где моя рыбка? Может, у варов у каких-то есть спек? Нет. А было, может, потянешься? Рокси, а почему здесь спека танка? Да нахуй мне нужно. А было потанчишь? Да, нахуй твой вар нужен без танка. В блок забитый. Кто там кражан? И ВК будет танчить. Все, я готов. Я не буду танчить. Я готов. Мне в танки играть не нравится. В танки? И в танки тоже нравится. А War Thunder? В смысле, у тебя же там были друзья на улице, с которыми ты танки обсуждаешь. Ну, блядь, ну мне в них играть не которые нравится. Которые тебя пивасиком угощают. Которые тебе пробитие делали. Бля, мне был бы еда с хилованным чуваком, блядь. Кидал бы флешкой нахуй на редрике. Флешка можно столько нахилить, что пиздец, короче. Он просто 0 от хила дал. Просто сдох. А, мы же бьем, ебать, я прыгаю, стою. Где РЧ? Где... Знаешь, ждать вас, блядь. Где вся хуйня вообще? За всю! Понял. Чё с Рагом? Рагом или нет? Локи, не знаю. Эй, я вижу Агра. А, да? Хорошо. У меня эксперл стоит. А что, эксперл агро показывает? Ну да, вот мне показывает 57%. А че еще эксперл показывает? Ну, рефрейм и все. Бахуй. Обосрался. Рокси умрет сейчас. Ой. Лох. Ну я не. Я по дебафу. Я по дебафу. Да. А мне не было дебафа, блядь. Да мы видели, да. Я даже заранее сказал, что ты умрешь. Да? Ну, нет. Я прицую ему сейчас стал,
Нет у меня дебафа. Я не знаю, про какой дебаф ты говоришь, я за милик никогда не играл. На тебя тоже дебаф же вешается, наверное, что. Да и мне все равно, что там дебаф, не дебаф. Как ты заебал, сука, меня откидываешь, сука. Куча босса. Ну а что, может тоже опять умрем? Чем будем бить, пока Рокси валяется? Ну, одно тело, или... типа, одно тело, ладно, типа, у нас 62к было. Сейчас вот не, будет 50. Сам факт, что он просто бездельничает в то время, как мы пашем. Да, блядь. Ну, я сижу, одну кнопку жму, блядь. Типа, ну, второе тело упадет, будет очень проблематично добить. Смотря кто еще упадет. Ну хоть по ушам, блядь, не бьет вот это его. Ну я так поклаю, не блядь. Блять, я же не поставил, что чувствительный спальник. Почему он до сих пор? А ты не можешь вот просто, знаешь, как уравновешенный человек просто под конец коста или когда там тебе нужно нажимать на кнопочки и все. Это очень скрывано. Они просто постоянно, блядь, сидеть и тапать, блядь. Я на баре играю. А вот тыкают тоже много раз на кнопку, но они мне просто тихо тыкаются. Мне нужно тыкать, у меня удар героя. Вот сам ты. Реванш еще, да, у тебя? Реванш еще. Пиздец. Размашистый. Куда я сюда? Я за варм не играл никогда. Пиздец, там FPS на это надо быть. Не, у меня есть 69. Чтобы заебись, давай там дохуя надо. У меня есть 69 левел, я и 75 левел бегаю. Мили падает. Мили падает. Отведи его просто маленько правее. О, бля, охуенно, ты сдох теперь, вот так сейчас говори, где падает. Сдох на нахуй половину. Вот смотри, Помпея сдох. Как только он сдох? Че, выводить надо отсюда или че? Че мы как бы? Надо выводить, да? Или че? Лучше, да. А че ты, а куда повел ты вообще? Ну че, у нас же там прилетит и пиздец, что делать? Да похуй, сидит, похочет. Вообще поебать. Ну, чтобы я доставал. Смотри, у нас умер, да? Умер, не да, умер. Я хуй знает, ребята. Ты, блядь! Да, хилите кто-нибудь другой, ГГ снип хил. А как она убила? Она между големами пыталась пробежать, но там как бы не пробежать. С дебафом, что ли? Да я не знаю. Да там они за два тик убивают. А что уйдите и выйдет, что убьют его? Я не знаю, я тоже согласен, что уже как бы все, можно и выйти. Так у вас хила нету, конечно, надо и выйти. Такая хуйня вот всегда, вот такая хуйня, когда рейд, весь рейд идет на расслабоне, там, блядь, ушибочка, вылочка, такая хуйня всегда. Да-да-да, вот когда собирает Рокси, всегда такая хуйня. Я да, за Рокси больше не правил, блядь. Я собираю сумму дискорде, мучу всех нахуй, и все, я спокойно. Да? Ну, а тут мы тебя душим. Когда в рейде пиздешь, все расслабляются и играют на похуй. Кто виноват? Вот ты сейчас. Да, вот я сижу, играю на похуй, я ни разу не зафейлил. Я сейчас сдох, я согласен. Я зафейлил. Вот, потому что ты на расслабоне играешь. А ты будь посерьезнее, пожалуйста. Я на расслабоне играю. Вот я на похуй играю очень ни разу. Будь посерьезнее, блядь. Слышь, ты, мы ты ДКшника, может у вас у кого-то есть ебаный танк, нахуй, алло. Абула там, какой-нибудь лос, Помпея есть у вас? Ой, а зачем мы хотим-то это сделать? Я хочу просто спекнуться в ретрика, дать 10к, блядь, и нормально быстро убить этого ебаного пидора. Вот, ну, есть танк, но он дает там ДПС. Помпея есть у тебя, блядь, там? Алло. Нету танка. Блин. Алло. Е-232, давай спекнись, я подамажу, заебал нахуй. Сейчас ха ваши, да еще и дохните нахуй, пока дай, блядь. Спасибо. У Зоркова есть мишка. Че, спекнешься, Помпея? Хули тут танчить, ЛПшки нажимай и все, блядь. С ЛПшками спать. Тут нехуй танчить. Не, ну как, на два. Бля, как эти штаны идеально подходят под мои ботинки. Там, сейчас я спеклю. Покажи. Сейчас линка. Блин, у тебя трансмог так себе просто. Дрич, блядь, ты свой видел? Пиздец, что ты ещё, блядь, ебал его рот, нахуй. Сука, ебаный этот аддон, нахуй. Ну, блядь, ждите хули. Через пару минут. Блядь, почему даже ждать еще? Потому что говно ебаное, блядь. А ты не можешь потанчить просто нормально? Да у меня забагался аддон, блядь. Да пусть ты... ДК танчит. А ты еще 10к хочешь ждать? Да. Че ты это, перебрал, малясь. 7500. Да у меня, блядь...
Шмотки нахуй не переоделись просто. Сейчас переоделись. А нахера ты Адону шмотки придеваешь, если можно просто в игре настроить? Ну да, маг, тут его тебе скомплекты набор. Я просто видел, как на твоем стриме ты Адону что-то там пиздец. Это же там пиздата, да. Ну вы ведь не ищете духи путей, блядь. Вот все, такой заморочный пиздец. Душный. Думаю, да, душный. Весь не под. Дашь баф, пожалуйста. Так, какие там шмотки-то, блядь. А как это фото? Бля, слакеры убьем нахуй или че, блядь? Ты не умирай, блядь. Блять, так он. Адон, слышите, как называется аддон, который это, разблокирует фреймы? Какой аддон? Муфа не снимает. Мух, да, я не снимаю. Да. Пояс ебаный. Заебал, блядь. Или что, бартендер? Бартендер мне не понравился. Не понравился, да, тебе перемещать не понравился бартендер. Не, бартендер он еще эти, блядь. А что тебе перемещать надо? Ну мне надо перенести панельку с моими хп, с хп босса. Так это, экспернс скачай. Да какой нахрен эксперл? Охуители, это лучше, я с ним, блядь, никому, играю с БК. Никому не нравится этот эксперл, блядь, его же не юзают, блядь, не обновляют уже лет 10. Я играю с ним с БК, блядь, сов. Это лучшее, что есть вообще в игре, блядь. Это чекни, кстати. Слушай, мы вообще в башенке паремся или нет? Я что-то устал. Где еще шаманы розового цвета, блядь? Почти. Руки, чекни пока в гугле эксперл. Так. И там все двигается. Ты, цель, рейд, вся хуйня, группа, блядь. Любого размера, блядь. Таргета. Фокус, блядь. Сейчас я бафы дам. Попью ману. А касбар это можно настроить? А касбар, блядь. Вот, блядь, ну вот как всегда. А нахуй тебе касбар? Ну, в смысле, как? Ну, ты цель выбрал, тебе нужно за касбар, то она цель блядь, настроить. Так она же показывается в таргете. Ну она там показывает хуйня какая-то, а надо нормальную, большую, чтобы, блядь, там посередине ебало было. Не знаю, блядь, мне нормально все. Взял, запомнил. Мне наоборот неудобно, когда по центру экрана кастбар. На арене ты сдохнешь без нормального кастбара. Помпея. Да, а он не аренит, по нему видно. Ну все, уже поздно, все. Не сдохни. Жди пока прижать. Нахуй. И просто ЛПшками спамим. У тебя же в Гладиусе кастбар. У меня глазик. Стой, не ходи за ним. И тебе еще этот Адон голосом говорит, что у тебя каст. Он сам придет. Это да. Гладиатор с СА говорит, что у тебя каст. А у меня женщина говорит. Ну вот женщина она говорит. И зачем тебе касбар еще, блядь? Если ты тупо ЛПХами спам по нему. Ты не понимаешь ничего просто, да. Ну надо же смотреть, она просто говорит непонятно когда. Тебе надо под конец каста все делать. Визуализация же должна быть. То, что говорит, это хорошо. Кикать надо раньше, чтобы фейкнуть смогут. Ой, точно забыл маг урон. Бля, столько сил мне сегодня штырей забрал, пиздец просто. Ёбаный рот, нахуй. Ой, ёбаный войд, бля. Блять, вот. Да как нам спекнуть, блядь. Где там 10 тысяч? А 10 тысяч он имел за секунду или всего, блядь, 10 тысяч? Фой, слышишь, лежит, а смотри за этими. За собой. Как нормальный бацк ебаш. Смотри, как мы ебашим, да. Ну я вижу, вон метеор нахуй там стоит просто. Здорово, блядь. Здоровее видали. Мне тут уже, блядь, гладиаторы говорят, чтоб я ливал нахуй с этого рейда помойного, блядь. Кто говорит? Гладиаторы. Какие нахуй гладиаторы? Помойные. Метеор нахуй летит, ебать. Лад кайфуется, наверное, это богат, Помпея, босс, прям в миликов. Помпея, босса перевози. Перевози. Дверь. Да зачем дверь? Вот сюда ставь. Что делаешь? Блядь, как вы тут выжили? Нормально. Все, не надо в двери вести, вот здесь стой, где стоишь. Он в двери сивейдится просто. Вы не мешайте помпить, а что сам знает? Жмёт, нахуй. Да помпить сам знает, как танчится. Я... Танк это отец рейда, во-первых. Хуец.
Батька, я сказал бы. Метеор. Куда? Походу побей, в вас опять, блядь. Побей, уводи, уводи просто прямо, иди прямо, иди. Дверь, прямо, иди прямо. Вот сюда оставь, вот сюда оставь. Это дышники, уйдите. Отведи дальше маленько, отведи еще. Еще, еще, еще веди. Все, остановись. Ой, в стену, в стену разверни его нормально. Отойди маленько сейчас от стены, подожди, подожди. Я тут не вижу нихуя, тут писюн босса, блядь. Все нормально. Если видишь писюн босса, значит ты правильно стоишь. Он загораживает. Блядь, мешать не будет. Смотри, смотри, чтобы тебе по лицу не ёрзал. Там дебаф был. Дебаф будет. Летит далеко. Нормально. Хуя. Да хули я опять заебал, блядь. Гудлику заебись, блядь, он отбежал, потом, блядь, чардж сделал, блядь. Не, заебись. Так ты грибни. Войду заебись вообще. Он тоже один раз скажет. Да я заебался, я весь инстанчит заебался просто. Ну пал, блядь, бедолага, нахуй. Да хуй там танчит же изи, блядь. Ну да, нахуй, потанчи, нахуй, без напула, блядь, изи, блядь. С такими бичами, нахуй, там, блядь, 10 горгулий, блядь, я, говорю, пол инста, блядь. Пиздец, блядь. Да, попиздец. Это лайк. Далеко, нормально. Конечно, горгулии во всем виноваты, блядь. Да, по-любому. Вы близки к победе, как никогда, я смотрю, 30% скоро. Просто воет сдох, блядь, вот и пошло, нахуй. Да по-любому. Там нормально. Кто-то стал просто анонсить, все, нормально стало. Да заебал. Главное Гудлику не дать себя передамажить, блядь. А чё ты молчишь, Саня? Саня, блядь, Санёк. Рон, звонит. Давай Геру, блядь. Геру. 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 Алло, блядь, Гудлик нах. Гудлик, Геру, давай. Я сколько раз? Нормально упал. Сколько раз ещё надо тебе повторить? А может ему похуй. А ему похуй, блядь, конечно, ебать. Не сразу сказал, что ему похуй. Вы еще таких фрейды берете, блядь, пусть нахуй идет. Куда-то летит, куда прям шар. Помпей, отводи, отводи нас падает. Быстрее, быстрее, быстрее. Отойди, дай мастерал на огонь. Устал, поставь его, устал, поставь. Ну вот где стоишь, там, там убей его. Кто сдох? Никто не сдох. Войд. Войд. Я сдохший уже, блядь. Зашки, быстрее там куда под. Самый лучший каражан в моей жизни. Самый лучший день. Заходил вчера. Блять! В РДД летит, по-моему. Сейчас есть куда перейти? Да, есть. В Мелизон. А, ну все, ну у нас закрыл, что ли? А, не нормально, еще есть место. Изи. Далеко. Двери летит. Лям остался. Вот видишь, надо было просто мне упасть там. 300к дал ДПС, блядь. За 5 секунд, нахуй. Ну че ехать лень? Пробую до утра. Сейчас как зайду, десятку дал. Но все, пришла пора. Мейн танк статика, нахуй. Ну пришла, хуй. Не, ой, блядь. ГЦ, вот, ГЦ, и Гудлик, и СНИ, блядь. Обоим ГЦ. Блядь, а это я себе спину заберу. Че, все, отдыхаем, да, пацаны? Я заебался. Все, блядь. Пиздец. Зорки поставил Долоран порт. Ебал, я такой король. Блядь, пиздец. Зорки, где ты? Зорки? Цып-цып-цып. Вот ты нашел. Зорки, чё по урону-то? Чё по урону-то? Ой, ебай, Зорки! Дело в фасте без